Вопрос адаптации к изменению климата, меры по обеспечению продовольственной безопасности, а также развития сельского хозяйства обсудили в правительстве. Там прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра. Алихан Смаилов отметил, что Казахстан вносит большой вклад в обеспечение региональной и глобальной продбезопасности. Республика входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерновых культур. В частности, в прошлом году Казахстан расположился на 32-й строчке в мировом рейтинге. Вместе с тем, одним из важных факторов обеспечения продовольственной безопасности является процесс адаптации к изменению климата. Тут Казахстан работает над поэтапным переходом к альтернативным источникам энергии и повышением энергетической эффективности. В ходе заседания участники обсудили вопросы развития молочной промышленности и других секторов сельского хозяйства, импорта и экспорта продукции, госрегулирования, субсидирования, привлечения инвестиций, деятельности товарных бирж, внедрения инноваций и отраслевого образования. Отмечу, в мероприятии приняли участие послы Канады, Великобритании и Европейского союза в Казахстане, представители Американской торговой палаты, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития.